Так, смеется над суслятинкой. Давайте, фулбаф. Подожди, какой фулбаф? А чё лок дал ранее? Ну, бля, пошли сюда. Стрелять, колотить, бля. У нас осталось 27 минут. Графит, ты тут? Да тут я. Принял. Да. Го, залетаем, запускаю босса уже. Только не запустить, сейчас он забьет. Седьбер. Блять, негодяй, да? Здорово. Запустил, короче, пошли ближе к боссу. Так что, респект? Ну, короче, два хила у нас. Дженнифер и Эрдру. Ой, и Лола. Я тут. Быстро, быстро, вы заходи. Дайте шкаф, дайте шкаф. Дай шкаф, вдруг присубонится. Дается шкаф? Блять, Кирилл, 3 минуты, а прошло 10. Тыкайте быстрее. Да, тачку перегнал. Пришел сумон тебе? Где? Ведьмай быстрее, а то я сейчас кину, сдохну. Ёб твою мать. Давай все в каски. Давай все в каски. На трех заберешь, не знаю. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Сейчас? Или на червя? Да на червя. У тебя включена власть? Чего? Власть включена? Наверное, может и нет. А у меня нет, агро вообще нету. Ну давай, танчи, три стака, пусть она танчит. Да у меня просто, она не светится, блядь. Да, ее не было. Вообще без властей, без всяких был. Ну ладно, не важно. Да, я смотрю, что-то срывает. По КД сеть я разыхил. Смотри, что все. Давай ты этого левого червя, я правого, как обычно. Убивайте этих дураков быстрее. Давайте. Так, веду лужа. О, желчь на мне, токсин. На Лене. Все, бегу. Так, не на ком, потому что он вон зеленый, типа. Я вас сейчас освобожу, ребята. Все, 7 секунд токсин, надеюсь, больше не кинется. Не должен же он кидаться, да, по идее? Смотри, кинулся. Должен. Потому что я... давай, эта, меня... которую вы не убили, она кидает. Поед, блядь. Ну так нету уже, все, блядь, бафа. Бафа. Ёб, ты нет. Лень, нажми кож. Скинь. Это этот червь кидает. Да я знаю, что этот, ну он типа так и должен. Почему вот он сейчас сдох, тот человек? А он может сейчас еще кинуть. Да? Вот пидор. Да, можно просто его сначала убить, а не того другого. Так тот еще иннер, хуже. Дайте по ш... Иннер, дайте по шаману. Давайте, все соло иннер. Вокруг этого дурака. Хороводов. Вместе по два, по три не стоит. Я, блин... наверное, в году 11 на них тактику читал. Этого гуся. Этих гусей. Так, глядит на график. Так, смотри-ка. О, нормально, всекаем. Не у вас лейт, не рпалы, не шп. Ну да. Ны зальешься просто. Так тут эти
совухи две штуки. Вон они там. Ну там. Я у самого маны нет. Вроде КД у них. Ой, я же говорю, мне нужны совухи. Че, у тебя маны нет? Да нет, я уже тотем себе поставил. Что-то. Так, ну и все, понял. Ну, умирай. Смотри, в полете умирай. Дядь. Все чудовища! Петух. Так, все чудовища повержены. Сейчас дурака еще одного повержим. Привет. Сейчас великий чернокнижник. Короче, в прошлый раз я обосрался конкретно. Собираю ИВК. Готовьтесь к бою. И думаю, затанчу одного, короче. Танчу там нормально, все чемпионы там. Вальки, короче. Две вальки бью. Этот, он летаем или кто там? Срывает агро, сдыхает, короче. Потом кто-то еще сдыхает. Ну и так, пиздец, короче, вайпнулись на вальку. Благодарю, Верховный Лорд. А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. О, дайте бафы по локу. Там дух, например. А, ШП нет, ладно. Угу. Ну, два мага сейчас потырят эти стаки. Ага, получилось! Трепещи перед всевластным Вилфредом Непопамсом, мастером призыва! Ты покорен мне, демон! Только смотрите, поактивнее ты, ладно? Чтобы там не варшот маленького. Тайфун из сов есть у каких-то? Нет. Печаль. Быстрее, герои! Расправьтесь с повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в свое темное царство! Перед вами Джарацус, эретарский повелитель Пылающего Легиона! Пиздец, меня дисконуло. Ты, блядь, знаешь из-за чего? Из-за рекаунта, да. А где, а второй нету, да? Ответи, там пламя тебе не кажется? А там это... Сеть там такой... седер, который вылетел. Дисконувшийся, ну. Что ты сделал? Могу поспевать. Зайдешь, скажешь под ним. Добивайте боссов. Я, блядь, духом, блядь, на король. Весьма трагично и должна послужить уроком тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. К счастью, вы победили демона. И теперь вас ждет новый противник. Сейчас он залетит. Подлые собаки Альянса! Вы выпустили повелителя демонов на воинов Орды? Ваша смерть... Чем нужна кольчуга, Эрдру? В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Не сейчас. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам... Кирилл, а ты кого забираешь? ...вместо твоих рыцарей. Сейчас, подожди, смотрим. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь про... Твою мать, опять дисконуло. Блядь. Так, что тут у нас?
Рога. Рогу возьму я. Будем бить сначала Лок. Потом кого? Самул это кто, Эли? Лерша. Хил, короче. Ага, сначала Лок, потом... Потом Саву, а потом Мага, наверное, так, да? Да, именно так. А потом кого хотим? Так, я буду держать Рогу. Кирилл, что, заходишь? Да, гружусь. Короче, этот... Так. Кирилл, будешь играть по... По кому, блядь? По месяцу косты сбивай, там, контроль, там, всякие станы давай. Держать не надо никого? Не, тут один Рога, только милик. Короче, чек. Башни каст, смотри. Сначала бьем звезду, потом кружок, потом гал. Все готовы, все, я пошел Рогу контролить. Фиры там давайте, а у нас нет крестов. Давайте звезду убивайте сильно. Потом после звезды кружок. Так, магу дал сало. Потом кого? После кружка ромбик. После кружка ромбик. Давайте ромбик. А этих в контроль, ёпта. Так себе у них Тима, конечно. Я пока не могу прочитать это заклинание. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? Добрый день. Истинная опасность. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются... Рога, яд на снижение хила есть у тебя. Крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Давайте все черную бьем, белую. Скажу, если надо будет сменить. Давайте чек на пул. Во имя темного повелителя, во имя короля Лича, вы умрете. Захил, захил. Способность то же самое было. Вот захильчик. Чё долго бьёт, да?
Как дела? Счастливо. Ты все еще сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов! А кто-то что-то тут собирает, какой-то спек на ДФБ? Я собираюсь, пытаюсь. А ты кого собираешь? Да из Дритрика и танка за кого? Чё падает? Страшные герои бренного авангарда. Двуручка на ретрика у тебя есть? Нету. Короче, топор Муркош мне надо, там не роль. Он там с меткостью на ДК, это весь лист. Сложи ледяную скорбь и шалинка. Нубианцы воздвигли целую империю по сундука Нордскола. А не, у меня есть лезвие. Это грозовых рун. Грозовых, это ж на посланника. Души твоих павших чин. Да я ебал, подойдет сюда. Тут просто меткость, вон я там собираю 315. У меня, короче, фулл чарки уже все есть, вот этот топор, гравировку на него сделать, и три не останется, короче, с йога с десятки. Это вообще жопа, эту три не выбить, блядь. Какая? Ну, власть каких-то королей там, блядь, ебучих. Ну, с йога 150 выносливости, 155. Парирование дает, что ли? Так, ну и что, ну, так. Наверное, на 50% рост дадим чек. Скажешь, когда у меня не стоят проценты. Угу. Так, рога, яд уже готов у тебя. Ну там к 30 поменяешь там или что там замучишь. Так, давайте. Сейчас я оббегу сзади и начну. Это место станет вашей, мать сливай. Первых жуков сливаю. Не знаю, насчет вторых, наверное, тоже. Временно. Сейчас. Посмотрим. Сейчас жуков под босс. Ага, ага, сливайте. Так. Ну и в принципе давай рост. Сильно босса. Жуков под босса? Давай. Зальются подростки. Под босса и овешка их зальете. А потом добьем босса спокойно. Жуки идут. Все, фаза пошла, жуков бьем. Жуков. Жуков сливаем, потом босса добиваем спокойно. Блять, целую же, сука. Сильнее, сильнее жуков. Раздергайте их. Загоните жуков. Все, добили. И босс, и босс. Блять, умоляю, пожалуйста, упади, Маркош. Это чё? Слава. А? Щит заебись на ДФБ этот. Ну да, вроде бисовый. Так, кому-то ЕП на других надо персов или чё там? 250 ЕП. Или кинуть так? Классный эрдру, все надо занизить. Наверное, очень нужен щит. Пояс кольчужный необходим. Кстати, я не помню, кто-то взял или он давно уже у нас гильдит, Дженнифер, вот этот. Я его где-то видел в другой гильдии, блядь. Слышишь, ты тут, Дженнифер? Да.
Что там тебе надо, щит, там всю эту хуйню, да? Да я забрала щит, не видел. Он пояс кольчужный занизил. А, пояс? Зачем тебе пояс? Щит он нидил. Чё ты нидишься, друид? Как дела у тебя там? Крестик нажать не можешь или чё? Но когда на продажу нидится, нажимается монетка. Или ты этого не знаешь? Когда на распыл, там рядом с монеткой значок. Когда нужно тебе, нажимаешь кубики. Понял? Да, что ты? Спасибо, мой. Кому бы пояс? Да. Да вот не играл. Что там, блядь, туплю. Трофеи нужны кому-то? Да, вот вижу.